Ну вот как раз вот для вас эта лекция, потому что есть разные стадии развития человека. Вы находитесь на стадии работать по способностям. То есть преподавание дает вам средства для жизни, но не дает вам счастья. И средства тоже не будут. Ну согласен, что там небольшие средства. Опять же, вы тоже по природе руководитель, но вы не развились еще до этого. Вы не сможете сейчас руководить людьми. Кем бы вы еще хотели быть, что бы вы хотели делать? Вы понимаете, вы сейчас вот, вы можете быть консультантом, преподавателем, ну что-то объяснять людям, и это будет давать вам средства, но это не будет давать вам счастья. Тем более, что вы должны еще одну вещь понять, что чтобы быть счастливой на работе, для этого женщине нужно иметь защиту. Вы же не замужем, правда? Я потеряла мужа. Да, вот из-за этого у вас неустойчивое положение в жизни. Женщина, когда не замужем, она неустойчиво себя чувствует. Ей нужно еще заботиться о личной жизни. Начинать серьезно. Спасибо большое. Так как я оставался на работе? Вот такого вопроса никогда не бывает, понимаете? Если человек не предлагает, куда ему уходить, тогда как, где гарантия, что он найдет себе новое место? Вот я, например, не вижу, чтобы она сейчас себе сразу нашла новое место. Надо сначала найти его, а потом уходить. Поиск консультативной деятельности. То же самое, то есть та же самая деятельность, но более высокооплачиваемая. Но руководство вам сейчас не подойдет, потому что вы не развились для этого, как личность.